мне кажется, что уже третий слой положили щебня, потому что каждый раз я иду, сначала был крупный щебень, потом помельче. Но сейчас вот тоже, и там вот работает сейчас этот трактор, который утрамбовывает, ну, эту щебень, чтобы он был ровный. Ну, вот как здесь. Вот, здесь же ровный щебень. Ну, вот я сейчас пойду по дороге. Ну, вот здесь тоже вот стоят для столбов. Ну, в смысле, что тут выведены тоже электрические провода, потому как будут стоять столбы освещения. Ну, вот оно прямо идет к тому месту, где раньше был шлагбаум, то есть к центральной части эта дорога идет и выходит на дорогу, которая идет по от мостика идет к озеру. Ну вот, а рядом вот идет дорожка для пешехода, как я понимаю. Ну, вот, в принципе, и все. Ну, работы идут, не останавливаются совсем. Сказали, что обязательно сделают к Новому году. В декабре уже сдадут эту дорогу. Ну, будем надеяться. У нас там так вообще нужно, чтобы наш участок, где мы ходим на остановку, хотелось бы, чтобы действительно сделали, потому что иначе нам тогда придется по грязи ходить. Ну ладно, пока-пока. Ну вот, это вот начало дороги, которая идет, ну, на парковку платную. И тут вот парковка тоже должна быть платная. Ну вот не знаю, потому что там перенесли туда шлагбаум. Видите, вот шлагбаум там. Вот. Так что, ну вот, а эта дорога потом ведет вот к мостику, который идет от Советской улицы. Ну вот, в принципе, и все.